Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. Спасти Шона и умереть самому. Он останется без отца, но будет жить. Наверное, нужно так и поступить. Яд. Если выпью, умру через час. Если не выпью, не получу последние буквы адреса. Камеры. Похоже, за мной наблюдают. А если это ложь? Если яд подействует мгновенно, и тогда никто не спасет Шона? Должен быть другой выход. Я не могу убить себя, чтобы спасти сына. У меня нет выбора. Я должен сделать это, если хочу спасти сына. Мне нечего терять. Я зашел слишком далеко, чтобы остановиться. Готов ли я умереть ради сына? Выпить яд, чтобы спасти сына. Это глупо. Я смогу найти другой способ спасти Шона. Смерть наступает через час. Я успею спасти Шона. Я найду тебя, Шон. Я узнаю, где ты, и приду за тобой. Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Гребаный шифр, гребаный адрес, мать твою! Должен же быть какой-то выход! У меня нет никаких зацепок, кроме видео в телефоне.
Под этот шифр подходят несколько разных адресов. Господи, они разбросаны по всему городу. Я уже не успею объехать все. Времени у меня хватит только на один адрес. Если Шона там не окажется, то все, конец.